Добрый день или вечер, дорогие камрады. Сегодня ходил на коп с 7 утра и практически 5 часов ходил. Нашел вот небольшие находочки. Хочу сделать небольшой обзор. Во-первых, первая была у нас находка. Это бубенчик с конского упряжа. Бубенчик большой. Виктория номер 24. Шарик внутри, единственное, видать, на распашке. Может, трактор проехал, помял. Хотел поправить. Да думаю, если, не дай бог, сломаем, а так, может, продам. Пока пускай лежит так. Прикольная штука. Первый у меня такой бубенчик. Второй я вот нашел зацепчик интересный, немецкий. Я думал, это готическая буква, но некоторые говорят, что это руны. Ну, я в этом не силен. Может, кто что понимает в этом, подскажите. Ну, похоже, как будто на серебро. Сзади, вот видите, зацепчик такой паянный. Потом нашел две пуговички. Лысая. Ну, это полукруглая. Все целые. Пятак ходячка. Потом 5 финишков 1924 года. Две монетки по копейке, одна 1970 какого-то года, не стал я там ее чистить, неохота было просто. И вторая ранние советы 1949 года. Ну и на одном из хуторов, он уже там подвыбитый, нашел вот такую монетку медную, величиной где-то сантиметра, ой, не сантиметра, а с трехкопеечную советскую монету. Единственное, вот видите, задняя сторона видно, какие-то вензеля и корона. А спереди, пока сарая было видно цифра 1. Ну, сейчас вообще ничего не видать. Полностью убитая, почва очень кислая. Вот и все мои находки за сегодня. Ну, хотя бы не просто не без толку ходил.